Техника отработки возражений «Дельта». Вы озвучили сумму клиенту, и клиент говорит «дорого». Вы уточнили у него, на какую стоимость он рассчитывал. К примеру, вы озвучили ему 30 тысяч рублей, а рассчитывал он на 25 тысяч рублей. И весь последующий разговор вы ведете уже о 5 тысячах рублях, а не о всей сумме в 30 тысяч рублей. Это и есть та дельта, которую вы будете обсуждать с клиентом и которую вы будете закрывать аргументами для того, чтобы он у вас купил. Как это делать? То есть вы говорите о том, что вам конкуренты считают за 25 тысяч рублей, а у нас 30. То есть разница всего в 5 тысяч рублей. При этом мы вам даем гарантию на товар, самую большую в городе. То есть 12 лет. Это говорит о том, что на протяжении всего этого времени вы будете жить в безопасности, зная, что если что-то случится, вы придете к нам, и мы решим вашу проблему, и вам не нужно будет искать каких-то сервисных мастеров и платить им за это деньги. Согласитесь, разница всего в 5000 рублей не стоит того, чтобы потом на профи.ру искать мастера, который вам будет устранять ваши проблемы. Я Юлия Леонова, я тренер по продажам, подписывайся на канал, и я научу тебя продавать.